Убил, убил. Вижу, тихо, тихо, тихо. На мушке убил, убил. И второй, слева, слева. Убил. Лучший, лучший. Я обожаю тактические шутеры, я думаю, вы сами прекрасно это знаете, учитывая, как часто появляются подобные игры на канале. Именно по этой причине сегодня я решил впервые зайти и сыграть в новый, но нашумевший тактический экстракшн-шутер под названием Arena Breakout Infinite. Ребят, всем огромный привет, с вами как всегда Олег Кофе, и добро пожаловать на новое видео. Сегодня вас ожидает очень интересная серия. Мы отправимся на настоящую пустошь, где против нас будут играть такие же, как и мы. Нашей главной задачей остается выжить в тех условиях, в которых мы будем находиться. Нужно успеть за 30 минут найти как можно более ценных предметов и выбраться оттуда живыми, добраться до точки эвакуации, и только после этого мы спасены. Но, как я уже сказал ранее, выбраться оттуда будет действительно сложно. Серия получилась очень атмосферной, так что обязательно досматривайте до конца. Вам, ребята, желаю приятного просмотра и приятного аппетита. Не забывайте прожимать кнопку лайка и подписываться на канал. И, ребят, если вдруг кому-то понравилась игрушка, и вы хотели бы сыграть в нее так же, как и мы, я оставлю ссылку в описании на скачивание Arena Breakout Infinite. И это совершенно бесплатно. Я думаю, мы готовы начинать, так что погнали. Нам уже успели провести небольшой инструктаж. Мы уже прошли, так сказать, обучение. У нас уже была наша первая вылазка, которая прошла очень даже успешно. Значит, смотрите, у нас есть хранилище. Значит, здесь мы можем брать боеприпасы, все то, что мы находим, все находится здесь. То есть, если в хранилище у нас есть дополнительные патроны, дополнительное снаряжение, аптечки и так далее, то мы просто перетаскиваем это в свой инвентарь, и с этими же предметами мы идем как раз таки на пустошь. Как раз после первой вылазки у меня заканчиваются патроны на калаш. Я бы не сказал, что их много, но и не сказал бы, что их мало. Поэтому, например, сейчас я просто перетащу из хранилища в свой инвентарь патроны, и они будут у меня с собой на вылазке. Также в процессе обучения я нашел дробовик и нашел эмку. Это очень хорошее снаряжение, но мне, если честно, больше по душе калаш. Поэтому я, наверное, буду придерживаться именно этому выбору. Помимо всего, я нашел вкладку оружие, где мы с вами можем купить оружие, собрать его целиком и полностью настроить. То есть, вот, например, нажав на кнопку «Начать сборку», мы можем сами кастомизировать оружие, как мы захотим, поставить любой приклад, поставить любой прицел, поставить любой глушитель и купить это оружие. Единственная проблема, у меня пока что нету денег, поэтому с этим мы пока повременим. Но здесь можно собрать любое оружие в любом формате, какое захотите. Ну и самая главная часть, после нашей первой вылазки мы нашли огромное количество предметов, которые нам в целом не нужны. И эти предметы в дальнейшем мы сможем продавать на рынке, когда он нам откроется. Пока что мы можем только покупать, но вот продавать мы еще пока ничего не можем. Ну и как я правильно понял, у нас есть магазин, где можно купить вообще абсолютно все. Любые детали на оружие, любые магазины, любые патроны, да, то есть любые предметы, которые нам понадобятся в бою. Вот. С этим мы пока повременим, потому что у нас, к сожалению, еще нету денег, но я надеюсь, что после второй вылазки у нас хоть что-то, да, появится. Ну что ж, я думаю, мы готовы отправиться в наш первый стратегический бой. Так что, ребята, пожелайте нам удачи. Я надеюсь, у нас получится оттуда выбраться и найти много всего полезного. Ну что ж, вот мы и оказались на пустоши, ну а точнее на ферме. И теперь стоять, наша задача... Разминочка ног, Олег, быстро так. Давай, оп, оп, по-спортивному, оп, оп. Вот ты просто представь, сколько все это снаряжение весит на нас. У него снопа нашего, у него снопа и скар. Да, я вижу. Блин, кстати, снайперскую винтовку я бы с удовольствием нашел. Короче, у нас есть карта, у нас есть конюшни и мотель. Это потенциально опасные, соответственно, места, где, собственно, находится, как я понимаю, ну, самый, наверное, дорогой такой лут. Также у нас есть какая-то еще зона погрузки, у нас есть хранилище, у нас есть вилла, карта большая, и вот все это нам надо в идеале залутать. Ладно, все, давай, сосредоточились, салага, у нас вообще-то бой как-никак. Пойдем в конюшни. Давай, 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 конечно, давай. Слушай, мне где вот это, только одно интересно. Это справа от нас, это вот чуть правее, вот по диагонали. Давай аккуратно. В башнях, возможно, тип может быть. Наша главная задача не умереть, потому что если мы умираем, насколько я понимаю, то часть нашего снаряжения, возможно, все теряется. Я просто еще ни разу не умирал, поэтому... Подожди, я что-то, вижу. Я нашел глушитель. Я глушитель для саги нашел, прикинь. Глушитель для саги. Это можно забрать за 30 тысяч продать. Я за 30 тысяч для эмки купил, я Откуда? Подожди, откуда у тебя деньги? Подожди. Не важно, у меня лямчик уже денег тут есть. Тихо. У нас враг. Враг на 12 часов убил, нейтрализовал. Идем дальше. Олег, просто подходишь к нему с затылка так. Не, я хочу сказать вообще так, что это первый мой тактический шутер, в который я играю вот прям на таком серьезе. Иди аптечку замотай там. Здесь же, ну это же не просто тактический шутер, это экстракшн шутер, где подожди, нужно просто... требуется ключ. Да, смотри, опа, стреляет, кто где? Ломай ему окна. Кто здесь стреляет? Я не знаю, там в кустах тип где-то. Ладно, погнали в сторону конюшни. То есть, смотрите, ребят, наша главная задача...
Опа, опять стреляют. Это по идее наши стреляют. Давай вот сюда вот на мост заберемся, идем. Думаешь? Вот сюда вот на мост мы сейчас точно всех увидим. Так вот, подожди, конюшни справа, погоди. Сейчас посмотрю. Ну вот у нас тип дерется. Ты хочешь типа издалека так пострелять, я правильно понимаю? Ну да. Ты понимаешь? О, под нами, под мостом. Вот здесь вот чел где-то. Слышал, да. Вот вижу. Стреляй. У тебя патрон. У меня патрон. Вот это молодец, просто подготовился к бою. Просто подготовился к бою, хорош. Так, а подожди, я знаешь, что, кстати, забыл? Их же надо лутать. Давай сейчас, погоди, аккуратно. Да, типчиков, да. Давай, я быстренько проверю. Значит, смотрите, мы вот так подходим. О, пистолет-пулемет. Забираем себе обязательно, возможно, пригодится. И вот еще убили. Не, направо, направо иди. Да не лутайся, тут алкаши орут. Погоди, а че вы их не лутаете? Я вот этого не понимаю просто. Стреляют! Наверху, на втором этаже! Какие-то патроны ворую, мне вообще плевать. Прицелом, с прицелом. А мотоки ее зашел. Где? Прям на меня вылез, прикинь. Обыскиваем. Сразу обыскиваем. Подожди, это что за оружие? Так, а кто сейчас стреляет? Я типа без скопа убил. Нормально, это я. О, фига тут. Подожди, какой-то. Вот это, мне кажется, надо забрать. Погоди, это какая-то автоматическая винтовка, я правильно понимаю? Погоди, ну, вот ленту это... мне не надо. Вот это я бы на самом деле забрал, но мне кажется... А я могу вот так сделать? Да, я могу так сделать, отлично. Вот это очень хорошо. Нормально. А я тебе нашел туалетную бумагу. Туалет? Я пошел. Не, я туалетку потом на рынке продам. Я либо оставлю ее на черный день. Дай, пожалуйста, я либо... обмен. Я тебе ствол, а ты мне туалетку. Не, не надо, спасибо. Я либо оставлю ее просто на черный... Они стреляются. Да. Мужики, держитесь, мы бежим за вами. Я дисковод могу обыскать. Прикинь, погоди. О, найс. Сейчас данные домашний биткоины ПК, реально, смотри, погоди. Кабель питания и гибкий диск. Вот это хорошо. Вот это я, кстати, заберу. Вот диск я заберу, кабель, наверное, я оставлю. Слушай, я, походу, нашел что-то очень дорогое, потому что процессор с чипами, и он подсвечивается розовым. Ну, фиолетовым, получается. А, я понял, типа редкость. Да, его. И мне кажется, давай мы тогда вот так сделаем. Nice. Я еще патроны там оставил, 19-миллиметровые. Тут оранжевый написано, можно эвакуироваться без рюкзака. То есть это вот прям самый-самый, да, прям плохой момент. А вот на зеленых точках мы эвакуируемся спокойно со всем тем, что мы условно награбили и нашли по дороге. Поэтому, ребят, все, идем в зону эвакуации, будем выбираться отсюда с тем, что мы нашли. Я бы не сказал, что мы на самом деле нашли очень много предметов, да, но, возможно, когда откроется рынок, мы сможем это продать по очень приятной и вкусной особенно цене. Особенно туалетную бумагу. Особенно, мне кажется, туалетка, слушай, ценится еще дороже, чем ух, та плата, которую я нашел. Стоимость добычи 27 тысяч. Реально? Да. Мне интересно, насколько я денег нашел. Мне кажется, я прям вообще мало нашел, если честно. Так, и мне эвакуация кажется, у нас начинается прямо сейчас. Итак, давайте смотреть. Стоимость 56 тысяч. Это все туалетная бумага. Три убийства, это 100%. Туалетка стоит 50 тысяч, все остальное, там, шестерик, чисто вот то, что мы нашли. Ну что ж, я думаю, для нашей второй вылазки, ну, для первой, я не знаю, первая, вторая, там, неважно, включая обучение, это был неплохой результат, так что давай смотреть, что у нас будет ждать дальше. Ну что ж, а теперь самое интересное. Мне капец как интересно посмотреть, за сколько я смогу сейчас все это продать. Так, для начала, смотри, все, что мы нашли, мы перекидываем, соответственно, сюда. Просто реально капец как интересно посмотреть, за сколько мы сможем вообще все это дело продать. Вот, например, процессор с чипами, да? Мы его перетаскиваем сюда, и сколько это может стоить. Слушай, неплохо. Сколько? 7900 цена продажи. Nice. Смотри. Выставляем на продажу. Что еще? Например, рыбные консервы тоже выставляем на продажу. Рыбные консервы косарь стоят. Вот ты шутишь на самом... Подожди, мне интересно, сколько туалетка стоит. Погоди. Подожди, ну, туалетная... 50 тысяч будет. Погоди, туалетная бумага. Ну не, ладно, 149 монет, но... Бак. Но тоже неплохо на самом деле, да, для туалетки. Ну то есть, смотрите, самое главное, ну в идеале, что находить, это вот предметы, как вот это, да, которые подсвечиваются розовым, потому что именно они оцениваются больше. А вот жесткий диск, который я нашел. Сколько? О! Жесткий диск стоит 3 косаря, слушай. Вот это прям отлично. Вот. А вот глушитель на сайгу сколько стоит? Мне интересно, пока 10 тысяч он стоит. Сразу выставляю. Ну, вообще реально отлично, слушай. В общем, ребят, вы поняли логику мышления, я думаю, да? То есть вот благодаря таким вылазкам мы находим предметы. Эти предметы мы в дальнейшем можем использовать как и для себя, так и для продажи. Если мы продаем, мы получаем деньги. За деньги мы можем покупать себе уже что-то навороченное, что-то более крутое, создавать свое какое-то оружие и так далее. То есть примерно по такой стратегии мы и будем сегодня двигаться. Ну что ж, на этот раз нас двое. Новый день, новая вылазка. Значит, мы появились... О, посмотри, где мы появились с тобой, видишь? Еще дальше, да. Да, в прошлый раз мы были ближе. Вот теперь... А пойдем попробуем дома залутать, потому что мы тогда фермы давай, лутали. Давай, 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 давай. Домам что-то будет. Слушай, вот мне что-то подсказывает, что сейчас будет в разы сложнее, потому что, во-первых, нас с тобой двое, а во-вторых, мы с тобой появились очень далеко от места высадки. Ну, а точнее, от места эвакуации. Нормально, пока дойдем, залутаем абсолютно все золотые слитки. Да, только вот место, как обычно, у нас в небо не будет в инвентаре. Тихо-тихо, в доме уже есть. На втором этаже. Аккуратно. Так, захожу аккуратненько. Аккуратно. Слышал, за дверью, походу. Открывай, я смотрю. Слышишь, ты слишком не это вижу. Делаешь. Не аккуратно. Да, стой. Я открываю, смотришь.
Давай, давай, давай. Стоп, тихо, не открывай эту дверь пока. Здесь никого. И давай вот эту. Вот эту открывай, вот эту открывай. Левый стой, угол, ну, зал. Стой, ну погоди, ну мы это же. Это радио, видимо, было. Не-не-не-не, какое радио мы. Это отчетливо был мужской голос, 100%. Подожди, ну мне кажется, я шампунь нашел. Ну ладно. А, погоди, стоп. И газировку еще надо взять, 100%, конечно. Ну ладно, на самом деле, мне кажется, нет смысла брать эти предметы. Кажется, вообще нет смысла подбирать эти предметы, потому что мы в дальнейшем все равно идем что-то еще более дорогое, да? Так, а вход в подвал где у нас? Вот здесь, да? Не знаю. Ну-ка, что ты смотришь? А, ты чемодан смотришь. Может зубная быть... паста, мыло, может... зубная паста, спасибо. Где? Так, мы, получается, здесь слева от нас вилла, справа от нас хранилище. Погнали, наверное. Может, на хранилище сначала, а потом... Да, давай хранилище лучше. Да, давай сначала. Мне кажется, хранилище будет просто больше, наверное, чего-то полезного, потому что, ну, на вилле, мне кажется, вряд ли мы сможем что-то найти интересное. Тихо, вижу врага! Убил, убил. Куда ты столько патронов тратишь? Я тебе говорю, экономить надо. Нормально у меня лям лежит. Сразу целишься, целишься и аккуратненько просто в голову, понимаешь? Аккуратненько. Так, ну у него... У него патроны только вот это все, да? Наверное, сейчас по стандарту будет, скорее всего, да? У него сумка на ремне. А ну-ка, ее можно взять как-то или нет? Ну, походу, не, никак. Ну, тут, да, только патроны. Тут как будто что-то такого полезного, наверное, не будет. Да, в карманах что-нибудь будет у него, не? Так, сейчас смотрим. В карманах у него пакет семян. За что носит с собой в кармане? Семена, я просто не понимаю. Ну, конечно, да. Семена льна. Так, ладно, давай смотри дальше. Слушай, вот здесь, мне кажется, надо быть прям поаккуратнее. Потому что здесь, мне кажется, врагов может быть очень много. Давай сначала в правый домик. Давай, 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 согласен. А, не пойдем в ангар лучше. В левый? Да, давай, давай, согласен. Он более открытый, его как будто будет проще просто проверить, наверное, да? Давай попробуем зайти, только аккуратно. Я пока никого не вижу. Слушай, это ловушка, по-любому, это 100% ловушка. Так, ладно, аккуратно. Так, я дверьку пока открою, быстренько зайдем, посмотрим, здесь что-нибудь есть. Здесь ничего нету, но здесь можно вот так аккуратно пройти, канистры с топливом. Так, найс. Внутри 100% кто-то будет. Пока есть не кто? Вижу. Надо, знаешь, где будет купить наружу фонарик? Как будто бы фонарик прям очень сильно нужен. Тут же можно это даже... что такое? Походный брезент. Не, я думаю, не надо. Я думаю, вот это не надо все подбирать. Вот тут, мне кажется, может быть что-то. Скорее всего, что-то ремонтное, да? Ну-ка, давайте посмотрим. Я нашел гаечный ключ, я нашел гайки. Прекрасный лут, просто невероятно здорово. Мне это нравится. Ладно, погнали, наверное, сейчас наша следующая цель — это вилла. Давай, наверное, пойдем. Да, будем, знаешь, зигзагами чисто такими бегать. Сначала до виллы, потом до зоны погрузки. Ну, кстати, мне кажется, что на вилле, ну, 100% должно быть что-то ценное. Ну, это же вилла. Ну, смотря чья. Ну, и смотря какая тоже. Надо понимать, в каком она вообще виде. Так, слышишь, я что-то слышу. Да, есть какие-то голоса. Тихо. Слева, я проверяю на всякий случай справа, я слышу точно слева кого-то. Подожди. Справа тебя смотрю, не вижу. Как мы смогли сразу так... Во, вижу, тихо. На мушке, убил. Ну и все, она знает. Стрельнул. Не, я убил. Там было прям отчетливо слышно и видно. Слушай, да. Нам глушители, я мне зашел, кажется, нужны. Я не вижу. Мне кажется, да, нам с тобой глушаки надо, можно, чтобы... можно, кстати, купить. Да, чтобы максимально тактично все это делать. Тогда я быстренько его обыщу, посмотрим, может быть, что-то интересное будет. Пока что ставим на чеку. Ну, у него дробовик был, дробовик уже как бы есть. Второй, мне кажется, не нужен, хотя на продажу. Мне кажется, было бы даже неплохо. Какая-то кружка, давайте кружку тоже, наверное, возьмем. Дробовик, я не знаю. Давайте дробовик возьмем просто, ну, для продажи, да? Вдруг что-то понадобится, вдруг если ничего полезного давай, такого не найдем. Патроны тоже, опа! Звуки хорошие. Сейчас давай тоже... Это по тебе стреляют или по кому? Мы же, по сути, можем реально быть здесь не одни. Да между собой просто и все. Тихо, вижу типа! Это уже игрок! Сколько хп у него? Убил! И второй, слева! Я справа по кому-то шью. Убил справа. Все, найс. Слышишь, это реально другие игроки, прикинь? Я вот этого вообще никак не ждал. Надо второго замочить. Давай на улице. Давай спускаемся на первый этаж. Он сейчас будет обходить. Аккуратно, тактично играем. Он сейчас может обойти. Вот это сейчас нельзя допускать. Так, давай аккуратно спускаемся. Нам надо его убить. Если мы его убьем, мы столько залутаем. Давай слева выйдем. Давай вот здесь вот открываем дверь. Да, давай. Здесь ничего не слышу. Он у нас! Он внутри. Бил? Нет, я отхожу. Стой там. Я его на себя баючу. Я давай, пока давай. Давай. Я его пока не надо, вижу. Вот, жаль еще голосового нет, я бара. Ой, как больно, блин. Я его пока не вижу. И не слышу. Блин, вот это уже жестко начинается что-то. Кто мне слышу? Ногу отстрелил. Захиляйся пока. Да, хилюсь. Блин, он вот был это... прям в нет, какой-то. Но у нас, вот у нас преимущество, у нас двое, он один. Ну да. Тихо. Он идет. Он слева в комнате. Он пол хп, Олег, пол хп, убить. Пошли. Так я сдох, алло. Ты умер? Ну нет, ну типа я нокнутый. Бил! Лучше, иди поднимай меня быстрее, давай, я давай, на лестнице. Давай. Я как он не упал. Спасение. Еее, мам, вот это сейчас было жестко. Олег, сзади.
Да, вот если бы там реально кто-то был, ты дурак? Среагировал. Ты зачем? Просто я среагировал. Так я среагировал, там не сразу просто отмена идет, ты не понимаешь, как это работает. Тебя бы убили уже 10 раз. А теперь нас ждет наша награда. Самое интересное. Так, я сейчас тоже захиляюсь, потому что у меня тоже кровотечение. Но отдадим должное этому челу, он в целом неплохо справился с нами двумя. Он тебя нокнул, по сути, и меня тоже, ну так, нормально настрелял. Так, а теперь мне интересно, погоди, что у него есть. Просто интересно. Его тоже... О, у него М-ка! Личный жетон. Личный жетон как будто можно забрать, и как будто он дороже будет продаваться. Продать просто. Да. Так, здесь мы давайте тоже посмотрим. Ну, я его ревик украду. Слушай, а давай, подожди, я могу на М-ку поменяться вот так вот? Я возьму, наверное, просто патроны как раз таки с эмки. Мне кажется, вот это будет полезнее, не? Мне кажется, эмка все-таки реально круче. Так, патроны все вот это выкидываю. Ну, слушай, я бы не сказал, на самом деле, что у него много всего. Ну, реально это так, да, и работает. Вообще, он коробку, он гвоздей его там, настольный календарь, напиток, пистолет печенье, у него. Коробка гвоздей. Слушай, это было сейчас реально жестко. И, походу, реально надо... Ну, не, я все-таки буду бегать с винтовкой, потому что винтовка мне как-то газовый больше... анализатор какой-то у него есть. А ты второго, да, типа, лутаешь, которого мы там я на не горе? Я не знаю, не-не-не-не-не, я с тобой одного. Так, быстрое обезболивающее, давай тоже возьмем. Бинтик тоже возьмем. Так, я сейчас захиляюсь, погоди, мне надо обезбол выпить. Мне сейчас надо просто захиляться. Вот теперь, ребят, я понимаю вообще, в чем заключается сложность этой игры. Вот это реально сейчас жестко. Нам реально так повезло, что мы оказались в этом месте в нужное время. Это просто реально совпадение. И это мы только одного залутали. Погоди, сейчас за вторым пойдем. Сейчас быстренько сделаем и все. Так, что, готовы ходить? Погнали, идем? Да, по идее. Ну все, у меня теперь М-ка, М-ка, по идее, она будет... Да, дохиливаю себя и иду. М-ка, по идее, скорострельнее. Короче, тип вот там второй умер. Сейчас надо тоже будет пойти его залутать. Но слушай, мы уже как будто бы можем идти на зону эвакуации после этого. Нет такого ощущения? Вообще да. Потому что у меня уже просто все почти забито. У меня осталось там пару, возможно, каких-то свободных мест, но не прям, чтобы вау. Так. Давай аккуратно просто прячемся в кустах и просто начинаем обыскивать. Вот это, ребят, реально самое приятное, понимаете? Вот и всего того, что мы каждому видели, когда ты побеждаешь вот в таких битвах, это реально самое приятное. Стандартный. Они, кстати, кого-то убивали, потому что он личный жетон чей-то украл. А мы его заберем, личный жетон. Вот я это, уже... это чисто круговорот, понимаете, да? Кто-то убивает других, мы убиваем Латунная их. Это, не, мне очень понравилась эта сейчас перестрелка, это было прям очень круто. Так, ну и как будто бы, я думаю, мы можем в целом идти, да? Слушай, ну вот то, что я еще рюкзак сейчас нашел, у меня... Ты стреляешь? Нет. Че кто-то? Бля, Олег, как будто надо уже выходить. Ну ты дурак, ну ты, ну хватит байтить, слышишь? Клянусь, хватит... клянусь, не я. Давай отойдем. Стоп, вижу типа. Это бот. Все, нормально, 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 нормально. Это был бот. Все, все нормально, все хорошо. Это, у тебя вода есть какая-нибудь? Вода? Нету воды. Да. У меня есть только... Нету. А, нет, стой, погоди. Что? Стой, что у меня? Сломанная кость замедляет движение. Мне надо это снова захиляться. Короче, я из-за того, что рюкзак поменял, я все вещи, которые нашел, ему отдал, прикинь. Подожди. Ну это да. Да, я, это не так работает, к сожалению. Поэтому я верну обратно, пожалуй, сделаю так, потому что у меня там вещей побольше и поинтереснее. Ну что ж, а теперь мы должны просто добраться до зоны эвакуации так, чтобы нас никто не спалил. Не знаю, сколько здесь еще людей играет и сколько здесь вообще еще осталось, но мы одни из тех, кто выжили. Сейчас нормальные газировочки. Давай все, смотри, реально не будем сейчас лутаться. Просто бежим в зону эвакуации. Да, 100%. У нас очень много вещей, плюс мы убили двоих. Мы реально красавчики, мы большие молодцы. Я надеюсь, у нас получится сейчас тактично, аккуратно. И самое главное... прикинь, кстати, у меня спринт или прыжки со у меня нога сломана. У меня тоже, мне да. Ногу прострелил. Да. Вообще бежать, ну, нельзя нам. Мне только интересно, как можно сломать ногу, когда в нас стреляли. Ну, может, ну там, может, в кость, конечно, попал. Пуля как-то улетела, подожди, да. Подожди, слева зона эвакуации, но это южная блокада открывается через 10 минут после начала рейда. Заплатите 15 тысяч коинов, чтобы открыть эту точку эвакуации, прикинь. Это платная эвакуация, нам на бесплатную, пожалуйста, самую дальнюю. У нас пойдем нет денег. Пойдем на платную. Нет, денег нету, пошли лучше туда. Нормально. Я думаю, мы сможем дойти. А, знаешь, как ногу пофиксить? Хирургический набор. Точно. Вот, подожди. Все, я фу, захилился. Так, использовать. Так, давай, я использую. Сейчас. Вот это ты, кстати, сейчас гениально напомнил, реально. Я вообще и забыл, что у нас это есть. У меня две ноги было сломано, прикинь. У меня также. А, не, у меня рука, походу, еще сломана. У меня отображается, что у меня сломано. У меня вот таз и две руки ну еще вот, сломаны. Все. Так, ну все, захилялись. Готовы идти. И теперь, ты, конечно, капец это скрытно делаешь, прям максимально. А чё мне насрать? Ага, погнали, слышишь? Тип, подожди, тихо. Впереди тип, аккуратно, давай не будем воевать. Давай налево пойдем. Давай ему пиздюлей дадим. А вдруг он не один? А вдруг он лох? Давай звуки такие не издавай.
Да реально, Олег, ты... тут лес. Я уже не знаю, куда он. Он был вот там, вот, на 330. Погнали по левой стороне. Все, слышишь, давай не будем рисковать. Давай. Это боты, это боты. Давай просто попробуем. Мы как-то слева можем обойти здесь? Ключ есть какой-нибудь? Не открывается, прикинь. Их знает. Подожди, я вот тут перепрыгну. Да, вот сюда, иди. Чип прям передо мной стоит за забором. Иди сюда, сюда, Артём. Олег, переходи. Он прям, я не могу. Он... Это бот, нормально. Сейчас я лечусь. Я убил его. Спасибо. Все, дорога свободна. Куда лечиваю, иду. Давай речи. Ну вот, я так просто скажу, справа от тебя, там как раз таки был тот самый тип. Нормально, вообще, кстати, нормально. Знаешь, какой еще план? Можно сразу бежать на зону эвакуации и ждать, когда туда прибегут люди, и все. Гений же. Ну, вообще, да. Просто из-под тяжка стоять и вот так вот выкрысивать, да, и мне все. Кажется, так и будет. Кстати, 100%. Нас так могут поймать. Тут такая проблемка. Мне срочно понадобилась водичка, ёб хотя моё. Бы какая-нибудь. Хотя бы что-нибудь. Иди из бочки хлебни. Стой, погоди, я обыщу вот этот ящик. Мне реально нужна просто какая-нибудь вода. Просто хоть что-то, какая-нибудь жидкость. Потому что у меня прям конкретно... Я нашел пистолет, но мне кажется, он не... Дробовик. О, кстати, а вот этого дробовика... Может, вот этот взять, он дорого... Маску нашел, прикинь, какую-то, могу ее... Да, прикинь, нашел. Забирай. Медицинский контейнер тоже заберем. Короче, вот полезно. Где вода, дай деле. Водички. Ты вниз побежал, да? На кинту плохо, да. Нету тут нигде воды. Ничего мне, нет, да. Мне кажется, здесь ее и не будет, на самом деле. Ладно, погнали сейчас дальше. В целом, недостаток жидкости будет, мне кажется, сказываться лишь только на выносливости, да? Но, по идее, ее будет просто становиться меньше и меньше. Ну, по логике вещей, пойдем по крайней просто мере. По левую. Ты куда ты направо идешь? По левой, пошли. Блин, ну неужели даже здесь воды никакой не будет? Да, и походу здесь. Я не знаю. Надо далеко идти до зоны... Тип. За деревом перед нами. Прям за, прям за деревом, да. Прям за деревом дуло торчит. Да, вижу. Тихо. Убили. Убили? Да. Убили. Это человек? Я не знаю, он скорострельно стрелял или нет? Да, это чел! Это чел! Подожди, где-то может быть его друг аккуратно. Нормально, я лутаюсь. Лутайся, я прикрою. Чисто дробаш был, патроны. Может, на вода дробаш. У него была, нет? Не, вообще ничего, он фул голый. Да что ж такое этот, а? Ну почему постоянно так, а? Здесь заперто. Мне просто вода нужна. Это что такое? Банка с кофе! Я могу кофе заварить сейчас себе или нет? А, такого кофе, я думаю, уже готового. Ладно, погнали. Нету времени, у нас реально 13 минут осталось до конца эвакуации. Сейчас реально надо ускоряться. По сути, нам осталось пройти совсем немного. Только давай вместе бегать, подожди меня. Давай. Итак, мы почти добрались до зоны эвакуации. Значит, смотри, как только мы будем приближаться к точке, нужно просто сначала проверить всю зону, и только после этого уже бежать. Мне кажется, здесь могут быть такие тактические позиции заняты, что просто жесть. Ты что делаешь? Я спину смотрю. Ага, спину. Ты ножницы зачем достал там, а? Нормально. Мне резко пошить захотелось, или что, я не пойму. Да, все, правильно. Не, наконец-таки фул тело вылетел. Как будто чисто. Вылечу. Как будто чисто, слышишь? Как будто здесь никого нет. Ну все, нам осталось только дойти до, ну, вот до этого места. 10 секунд надо удерживать точку. Сейчас самое главное не подставиться под пули. Просто ляг на землю и все, и просто лежим. Не, просто в окно смотрю, возможно, там кто-то будет. Все. Все, найс! Найс! Фу, 177 тысяч стоимость добычи. Ты офигел. Уничтожено 2 исполнителя. Двоих я, получается, замочил. И стоимость добычи 170 тысяч, 7 убийств было всего сделано. Идеальный рейд, ребята, вот это уже реально уровень. Слушайте, вот это было реально мощно. То, что мы выбрались оттуда в живых, то, что мы замочили еще тех, кто был с нами. То, что мы еще и вынесли оттуда столько вещей, и это реально классно. Смотри, видишь, тут еще в конце показывается карта, точка, ну, то есть наш маршрут, передвижение, и где мы с кем стрелялись. У меня 4 уровень уже, 7 убийств. Короче, ребят, ну, прикольно вообще. Ну что ж, друзья, вот такие вот рейды у нас сегодня были. Я надеюсь, вам понравился этот ролик. Вы поставили лайк и подписались на канал. А также напоминаю, что игру можно скачать по ссылке в описании совершенно бесплатно. Заходите, играйте в Arena Breakout Infinite, потому что это реально очень круто. Вам, ребят, огромное спасибо за просмотр этого ролика. Надеюсь, вам все сегодня понравилось. С вами был Олег Кофе. Всем до скорой встречи и всем пока-пока.